Digamos con un sentimiento un día, por ejemplo. Pero eso aquí mundo должен быть. Запоминание алгоритма, а не самого с очевидной. Это разноразовые пароли, да. Длинно. А, это сложность. У нас сложность это разнообразный символ. Ну да. По-моему, там было по 5 или по 6 позиций. Ну, это уже относится к технологии, а не к самому паролю. Они оба могут быть достаточно сложными. Но и простыми. Использовать неповторяющиеся пароли. Символ может неповторяющий. Но предпочтение неповторяющий. Это расширение у нас получается первого пункта, правильно? Да. 1-1. Неповторяющиеся пароли. Хотя бы 5-6 последних паролей не возвращают. Но не менее 5-6. Что еще можно придумать? Повторяющийся. Просто вот в один круг, как бы первый, за два. Здесь должно быть 4. Согласен. Так что ты еще один раз и. Повторяющийся плюс один круг. Мы последнее рассказали одноразовые пароли, три возможности с применением алгоритма, а не самого пароля. Что у нас не должно быть? Есть внимание. Рассказали. Да. Простые пароли – это пароли, содержащие фамилию просто. Не совсем верно. 1, 2, 3, 4. Ну, одного и того же символа. Пароли по одному и того же остатки. Клавиатуры, например, 1, 2, 3, 4 и потом. Да, так, хорошо, следующий. Состоящий с лутами пароли. Почему? Потому что программа, которая главный пароль, а не первым делом вызывает слова. По словарю. Причем даже по частоте использования часто это делают. Да. Пароли, состоящие из цифр, потому что они тоже не взламывают. Сами пароли, состоящие из цифр, ломаются достаточно быстро. Ну, сами, это тоже содержат какую-то информацию о вас, которую могут узнать люди, которые хотят взломать ваш пароль. Как пример? Кличка собаки. Кличка собаки, да, имена детей и тому подобное. Да, при рождении детей. Пустые пароли, понятно. Ну, понятно, да. Содержащие, ну, общедоступные информации. Пункт 4 и пункт 6. Да. Мне кажется, что они немножко совпадают. Так это считаю одно и то же. Ну, в общем, да. То, что можно узнать... Ну, зато 6 пунктов. Согласен. А сколько у нас было в оригинале? В оригинале? 3. У нас было 4 пункта, получилось. Получилось даже 6. Потому что простые пароли, наверное, как-то соединены с состоящими не столько цифрами. Содержащие общедоступную информацию. Объединились раз, объединились два. Потому что мы сводимся к тем же самым 4 пунктам. Ну, хорошо, спасибо.